Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. Итак, я вернулся в Мафию 3, чтобы посмотреть новые обновления, где нам добавили новые прикиды для Линкольна, потом тюнинг автомобиля и гонки, которые мы с вами прокатимся, посмотрим. Так, сначала давайте посмотрим прикиды. Так, наш сгоревший бар. Точнее, наш сгоревший дом, можно сказать. Так, и вот тут у нас добавлен гардероб. Открываем. И вот они, боевые, формальные и особые. Так, давайте начнем с боевых. Так, вот такая курточка. Это простая. Во! Прикольный прикид. Нормально. Так, сейчас у нас вот этот прикид, белая майка. Ну, это обычная, да. Просто маечка, ладно. Давайте такие самые более нормальные будем выбирать и надевать. Например. Да, давайте посмотрим сначала. Ну, что. Для тех годов пойдет. Ладно. А теперь полный боевой костюм. Вот такой. Офигеть. Аж с рюкзаком в каске, блин. Но... Так, деньги положили уже. Так, что там пролито? Прикольный прикид. Вон, давайте дальше посмотрим. Там что у него там? Ух ты. Конечно, тут у нас лампочка отсвечивает. Если на улицу выйти, ну, все равно так видно нормально. Так, что у нас там еще формальные, да? Боевые, может, смотреть не будем, уже посмотрели все. Так, формальные. А, мистер Клей. Так, офисный работник, прикольно. Официант. Ну, официанта мы играли за такого. И все. Давайте посмотрим офисного работника. Ну что, ему идет. Нормально так. Только это не какой-то офисный работник. Хотя да, похож. Пробежимся кругаля. Типа модневая пробежка. Нормально, нормально. Ну-ка, полный набор. Полный смокинг. Так. Вот этот. Типа какой-то телохранитель, да? Деловой такой, нормальный. Причесан хоть. Постригся, бля. Там ходит, брудит, мельтешат там. Так, ну ладно, давайте смотреть особые костюмы. Да, это последний особый, это гонщик. Ха-ха. Вот тогда да, нормально, лысый, побритый охранник, плохой Берг. Подберка закосил что-то. Усы аж отрастил, блин. Скрытные. Так, ну давайте начнем скрытного. Ну, здесь так, ничего особого. Но все равно смотрится. В перчатках нормально. На диво собрался, да? Так. Не, конечно, лысый Линкольн, это да. Так, Берг. О, бля. Ну что, здорово. Тут же идет так все. Прикольно.
Усаты. Такие парики. Так, давайте дальше. Что там? Три костюма осталось. Так, ну охранник-то ничего особого. Мы вначале играли за такого охранника. С самого начала. Так что смотреть здесь нечего. Так, мельком посмотрели, хватит. Так, ну это я оставлю напоследок. Давайте гонщика глянем. Ну как-то он не сильно похож на гонщика. Ну, все равно нормально. Можно на пару выходов надеть. Так, ну и последний костюмчик. Да. Опа. Да нормально. Вин Дизель отдыхает. Это черный Вин Дизель. Ну что, в таком прикиде можно и на гонки отправиться. Ну, мне здесь понравилось всего два прикида. Это вот военный и вот этот вот. Хотя они все смотрятся прикольно. Так, ну ладно, оставим этот прикид. И давайте сначала скатаемся в тюнинг. Посмотрим, как там прокачка авто будет. А потом устроим гонку. Так, там сначала машинку надо вызвать. На этом бронике не поеду. Так, уже вечерок настал. Это что с зонтиком? А, дождик моросит. Да-да, нормально все. Так, как там называть-то у нас? Я уже забыл. Так, наше оружие. Пулемет, пистолет с глушителем. Так, это оператор. Ага, банда наша. Боеприпасы. Окей. О, а тут даже поменяли менюшку даже. Так, уличные классы. Это обычная, да, машина наша. Так, спорт-классы. Экзотический класс. Так, это нам пока недоступно. Походу нам надо ее выиграть в гонках. Или купить. Вот, это доступно. Так, и специальный класс. И все. Так, на чем прокатиться-то было? Вот на чем. На ней. На нашей черной красавице. Какой шикарный закат. Машинка. На нас более-менее прокачано. Я почему она не прокачана? У нас же турбина там была, глушитель или блин, там машина. Да вроде бы та. А где наша турбина, где все? Или не та машина? Ладно, давайте сгоняем в тюнинг. Так, карта. Нет, карта нам нужна. Так, а где тюнинг? А, вот он. Ну да, автотюнинг. И вот она, первая гонка нам доступна. Так, ну это задание, это наше финальное задание. Либо покинуть город, либо остаться и править. Так, ну здесь поближе. Хотя, что ближе, давайте побьем, пойдем сюда. Ближе гонки. Прокатимся немножко. Давно тут не катался. Надо, вспомнить управление. Потому что нас ждет гонки же. Так, не, машина вроде не та. У нас же там турбина была, глушители. Это сигнал, понятно? Вот, ага. А где там ручной тормоз? А, вот он. Тихо, люди, разбегайтесь. Все, пропахали. Маленько бы закат, а. Сейчас дождь моросит. Заносит ее. Ладно. Ладно, снова починим. А еще стоп не пробиваем, что ли? Дай проехать. Мы спешим. Так, на ту сторону, да, перебраться надо. Плохо, нитро нету. Дрифую. Куда ты? В лес уехал. На, погода не ахти, блин. Ух ты.
почти взлетело. Так, приехали, приехали, тормози. Автотюнинг где он? А, вот он где. Сейчас заценим, кто там пищал. Просто подъехать сюда. И... А, вот. Заехать надо. Под ГТА закосили. Ворота не открываются. Ладно, сами. Какого фига. Открыл ворота. Да почему? Как там то попасть? Ну что, пешком надо то? Или ночью не работает? Ну-ка, выходи. Сейчас разберемся здесь. Так. О, помню. Помню, как взламывать. Сезам, откройся. Так, там что, деталька просто лежит? Нарушение границы, ага. Так, а через... Здесь можем пройти? Можем. А, может нам там заехать, здесь проехать? Ты что закрыл? Открывай. Потому что тут заперто, блин. Может, у тебя откроется? Нет, не открывает. Или просто так зайти? Нет, нужна машина. Так, там аптечка есть. А, попробуем там проехать. Тюнинг большого человека. Или что, серьезно, он ночью не работает? Перелезть можешь, может. Давай, вышибай. О, открылись, блин. А что до этого не открывались? Так, во. Ну, давайте заценим. Автотюнинг, модификация. Угу, просмотр. Так, двигатель, стандарт. Угу. Угу. Так, где-то здесь наша... А, мы уже по кругу пошли заново. Я думал, это все новые. Так, вот. У меня турбина стояла. Какая у меня стояла-то? Типа такой, что ли? Угу. Недоступно, недоступно. Вот это можно. А, тоже недоступно. А почему у нас денег нет? Я что, все деньги это выложил? Вообще ничего купить не могу. Ну, хоть какой-нибудь дешевенький, ну ладно. Двигатель посмотрели. Так, выхлоп. Угу. Да, вот эти настояли. Короче, они решили все убрать, да, типа, заново все устанавливай и покупай. До этого у нас была прокачана машинка. А сейчас нет, да? Так, нам походу надо в банк съездить, наши деньги снять. Либо вызвать, чтобы приехали к нам. И все это, весь, вся модификация. Выхлопы двигателя и все. Не покрасить ничего нельзя? А, нет, можно. Во. Так, кузов. Так, машину покрутить нельзя. Чтобы посмотреть. Так, передняя часть. Бампера, да? Во. Ну, это уже другое дело. Да, блин, похуй, купить ничего не могу. Так, спойлераж. Вот это да. Блин, похуй, у машины покрутить нельзя. И все. Да, это, конечно, перебор. Окей. Что там еще есть? Кузов посмотрели, покраску. Покрасить можно, да? Наклейки даже. Тонировка есть. Ух ты, можно даже их. Опять купить нельзя. Так, а что же наклейки? Во. Нормально. Ну, это, конечно, уже получше. Во. Красота. Тоже отлично. Нормалек. Да. Шикарно. Да, здорово. Нормальные наклейки-то.
И много их, очень много. Что-то все. А, все. Так. Покрасить можно. Ясно. Так, что там еще? Покраска колеса. Шикарно, шикарно, стандартная. Так. Это так себе. Это уже получше. Хо-хо-хо. Офигеть, бронированные внедорожные. Экстремальные. Самые последние. И все. Так, колеса и аксессуары. Какие там аксессуары? Цвет интерьера. И все. Короче, можно самому покрасить. Нормально, нормально. Так. Да, и все. Кузов. Угу. Нормальная модификация, только все улучшение автомобиля. У нас там улучшено. Вот как вовремя, да? Ты у нас разрядился-то. Так, ладно, давайте-ка тогда... Не, не то. Путаю, блин. Быстренько доедем, гонку попробуем. Так, спортивный класс. А у нас тачка спорт уже вроде. Восьмерка. Ну, ладно, прокатимся по восьмерке. Конечно, перебор с ручным тормозом, надо к нему привыкнуть. Вот это вроде гонял нормально, разучился. Еще в грязь вообще заносит ее. Так, 1,5 километра пилить нам. Сейчас мы в город выйдем, там я тормозну, и когда место доедем, продолжим. Тихо, 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 в пустом летишь. Да. Надеюсь, у нас гонка не будет в дождь, а то это будет жопа. Блин, точно последний. Да вот дождь ее таскает вообще. Тормоза не помогает. Капот чуть не потерял. Тихо. Ух, миллиметражи тут надеваем. Хоть бы гонка не была в дождь. В ливень такой. Не-не-не-не. Все, капот улетел. Так, ладно, доехали. Почти до места. Хотел, блин, притормозить, ну ладно. Так, разогнались уже. Так, а что, гонка здесь будет за городом, что ли? Ну, давайте посмотрим на эти гонки. Блин, тачка там спортивная. Так, наклейки. Это что, призы нам дадут? Так, это у нас вид менять. Ну, ладно, начать гонку. Попробуем. Что же гонщики там будут? Что же грубики у них? Так, режим гонки. Таран. Таран это по-нашему. Let's go! Пробуксовочкой. Вроде дождя нету, да? Сильно не таскает ее. Ну, подвинься. Офигеть. Ну,
вот это нежданчик. Это наша гонка. Дрифуем. Тихо-тихо, только не улетай. Отлично. Блин, похочу ночью играем. Я бы днем хотел покататься. Видимость так все. Немножко мутит. Тихо-тихо-тихо. Дрифуем. Отлично. Ну что, пока все нравится. Конечно, мы там потом остальные гонки еще посмотрим на других машинах. Даже разные классы на разные гонки. Дрифуем. Шикарный дриф. Отлично. Глотайте пыль там. Да где там финиш? Да, это восьмерочка у нас тут. Дрифуем. Только не вылетает аккуратненько. Там камни вылетают из-под колес. Аж вибрация такая. Слышно, как стучат по капоту. По дну нашему. Капот на месте, надеюсь, там. Так, тут не обозим длин, нас догоняет. Надо прибавить доску. Надымить тут немножко. О, я думал, вылететь можно было. Точно тарануть. Не-не-не-не, даже не думаем обходить нас. Первое место. Наклейки, бабосы. Ха-ха-ха, нормально. Так, начать сначала. Надо начинать, готово. Так, доступна новая награда. Значит, новая гонка, да, из списка доставки. Окей. А, вот они, доступны новые гонки. Ага, открыли новые гоночные трассы. Отлично. Так, новая доставка и новая гонка доступна, да? Давайте глянем быстренько на карте, где эта новая гонка находится. Какой местности? А, вот они. Вот гонка. Вот еще. Точка. Это у нас круговая. Тут у нас тоже круговая. Угу. Ну что, нормально. Давайте, друзья, здесь-то остановимся. А в следующей серии мы там уже попробуем прокачать машину нашу. И попробуем остальные гонки. Так что, друзья, подписывайтесь на наш канал ProGames. Ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи. Всем пока.